Сначала казалось, что это невозможно – не ошибиться, не сфальшивить и исполнить знаменитые музыкальные произведения, которые вместе с фильмами уже давно вошли в золотой фонд мирового искусства. Список Шиндлера, «Завтрак у Тиффани», «Амели», «Титаник», «Жестокий романс». Авторы проекта задумали полуторачасовой концерт без антракта, где главной темой была бы любовь. Я, как никто другой, всегда считала главной темой всей нашей жизни – это любовь, будь то любовь к своему ребенку, будь то любовь к своей родине, к своей семье, к своей родной земле. Я думаю, что лучше, чем Пушкин, не скажешь. Одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия. На самом деле мы часто любовью называем просто привязанность. А ведь любовь истинная – это то, когда ты хочешь, чтобы человек, которого ты любишь, был счастлив. И все делаешь для этого. Вот истинная любовь. Наверное, в этом и есть главная тема. Самая главная задача для организаторов была найти ноты для оркестра. В открытом доступе их нигде не было. Поэтому за партитурами пришлось ехать в Германию и покупать за немалые деньги. Очень много красивых композиций, музык очень. Много интересных. И теперь только наложить красивый танец, и будет какой-нибудь шедевр, я думаю. После концерта стало понятно, что жители Улан-Удэ смогли себе позволить настоящую роскошь. Еще раз под музыку прожить самые яркие моменты жизни их любимых героев. Наталья Кладникова, Баир Саганов. Новости дня.